Если в вашей квартире внезапно появился Олег Верещагин, значит, вам точно... Пора! Пора менять привычную обстановку и начинать новую жизнь. Пора! Пора! «Хочу перемен» — уникальное строительно-психологическое шоу на ТНТ. Вместе с Олегом Верещагиным мы устроим разгромную прощальную вечеринку старым вещам. И создадим новое вдохновляющее пространство. Это прекрасно! Просто... Спасибо всем огромное! Это все мое, и я у себя дома. Это круто, что... Давай сейчас пойдем посмотрим. Мы офигели. Офигели. Пора. Пора. Знаменитая сталинская высотка, гостиница «Ленинградская». Здесь тебе рядом и площадь трех вокзалов, и Садовое кольцо. Интересно, каких перемен ждет наш герой? Ведь есть народная примета. Если у тебя есть квартира в центре Москвы, значит, жизнь удалась. Пойдем проверим. О, киса! Привет! Квартира у тебя не новая. Конечно, этой квартире, я думаю, больше 70 лет где-то, примерно так. Но ремонт в ней делался, но тоже лет 50 назад. О, портрет Олега Верещагина. Любят, помнят, чтут. Что мы видим? Молот. Что означает, что это мальчик? Опа, здесь есть бритва. Что означает, что папа здесь тоже живет. Либо ему на вырост ребенку уже купили бритву на всякий случай. Опа! Это кухня или что? Ванная прямо в кухне. В кухне, где нет штор. Где окно в окно гостиницы «Ленинградская», друзья. И все, чем ты можешь прикрыться, только вот эта штора. Никогда в жизни такого не видел. Никогда в жизни. Вот такая вот небольшая, но вполне себе уютная комната. По традиции обставленная старой мебелью. Очень много картин. Это очень напоминает, что здесь как будто живет, может быть, бабушка. То есть мама мамы. Вся квартира напоминает мне музей советского быта разных времен. Поэтому ремонт надо сделать, и пора вернуть эту квартиру в современность. Теперь это пространство, которое всем своим видом кричит, орет, верещит «хочу перемен» в нашем распоряжении. И мы будем разбираться, какие перемены нужны этой комнате и ее хозяевам. И в этом мне поможет психолог Ольга Агдаси, главный специалист по счастью и душевной гармонии. Привет, Оль. Привет, Олег. Ольга Агдаси. Основатель метода «Психология пространства». Как тебе посещение картинной галереи? Кто же все-таки там живет? Мне показалось, что там живет семья. Возможно, живет кто-то из родителей, бабушка, допустим, вместе с этой семьей. Сейчас мы это узнаем. Пригласим наших героев в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Аня. Меня Шамиль. Мы 4 года вместе. 4 года вместе, да. 3 года как уже женаты. Живем 100 лет уже. О, у нас есть прекрасный ребенок. Зовут его Эмиль. Кто с вами живет? Мы втроем, я, муж и ребенок. А чьи картины? Это мамина, она увлекалась, она рисовала, вышивала. У нас 2 комнаты, в одной, которая побольше, живем мы все втроем. В другой комнате жила мама. Ну вот мама год как не стала, поэтому она пустая. Ну просто вот она стоит и стоит. Ну это просто единственное, что у меня осталось, воспоминания, детство, то есть столько хороших моментов. А, нет бабушки своей? Нет. Год уже как нет ее. А вот ощущение такое, что... Да, просто мы просто ничего не меняли. Ничего не трогали, да. Мне было жалко, пока год не прошел. Угу. А сейчас уже год прошел, я отпустила всю ситуацию, я ничего поменять не могу, поэтому хотелось бы каких-то перемен. Помимо мамы еще кто-то жил? Да, с бабушкой мы жили. Я была с бабушкой в комнате, и мама с папой жили отдельно в другой. Ты никогда не была одна? Да. Всю жизнь твою ты жила по определенным правилам, и поэтому ты никак не могла научиться желать. У тебя за тебя все решали. Каждый шаг был за тебя решен. И тебе не нужно было думать, не нужно было размышлять, что мне дальше делать. Действительно, я никогда не жила одна, у меня не было своего личного пространства. Я всегда жила с кем-то, то есть я с бабушкой в комнате, мама с папой в другой. Не было свободы самовыражения, так сказать. Все вот это вот мы копим, непонятно для чего. Кто-то придумал какие-то правила, и я этим правилам следовала. Может быть, все-таки решим сейчас, что хотим?
А про перемены вот в квартире или вообще глобально? Вот вообще. Он глобально, это сразу в отпуск на Мальдивы. Во, уже пошло. А вот у тебя были какие-то в детстве желания? Ты хотела что-нибудь? Ну, вообще, я еще когда была маленькая, я всегда хотела работать в сфере красоты. Я вот работаю в салоне красоты. Работаю мастером маникюра, очень... Ну, то есть у тебя мечты сбылись? Да, я очень люблю свою работу, мне нравится делать людей красивыми. Ну и Шамиль тоже. А у тебя какие желания? Когда так у меня резко спрашивают, я просто не знаю, что ответить, просто теряюсь. У тебя тоже работа мечты? У меня в данный момент половина. Ну, я работаю курьером-экспедитором, доставляю продукты на дом. Один единственный минус на моей работе – это большие веса, то, что мы поднимаем. Тяжелая работа, просто очень сильно на здоровье сказывается. А чего ты хочешь тогда? Иметь свой автосервис. Все-таки есть желание? Есть желание, да. И стремление. Пока вы живете в старом и несете вот этот груз ответственности за все свои предыдущие поколения, невозможно прийти к своим желаниям. Поэтому необходимо все-таки избавиться от того, что у вас было, и создать новое. Когда очень много вещей остается от родителей, и молодые ничего не меняют, это говорит о том, что они застревают в тех программах, которые были у их родителей. Если молодые хотят все-таки преуспеть в современной жизни, в том ритме, который сейчас происходит, необходимо и создавать свою жизнь, то есть свой мир. А как вы видите вот свою ванную? В которой вы едите, или кухню, в которой вы моетесь? Самый тяжелый вопрос, вот даже я не представляю, куда ее можно запихнуть. А мы когда смотрели проект квартиры, то есть она просто предусмотрена в этой кухне. И другого места для нее чисто теоретически нету. А почему у вас торт нету? На кухне. Да не знаю. Вообще, если честно, я привыкла к этому. Во-первых, я другого не видела. Ну, потому что, ну, я росла и росла, ну, ванна была на кухне. Ну, прикольно. То есть ты, получается, выросла на глазах у жителей гостиницы «Ленинградская»? Наверное. Ну, в принципе, по сути, да. Отсутствие у Ани штор говорит о том, что у нее очень сильное желание было изменить ту ситуацию, в которой она находилась. Но здесь человек специально провоцирует пространство на перемены. И как результат она обратилась в нашу программу. Вы как две личности самостоятельные будете сами решать свою жизнь. Вы готовы к тому, чтобы взять ответственность наконец-то за свою жизнь на себя? Да, готова. Для того, чтобы научиться желать, необходимо избавиться от всего, что напоминает вам прошлое. Конечно, нужно избавиться от этого маминого мемориала. У вас своя жизнь, и вы начинаете мечтать сами. Да. И реализовывать свои мечты и желания. Правильно. Ребятам надо было помечтать и свои мечты нарисовать или вырезать из журналов. Ну что ж, надеюсь, там есть рисунок с отдельной ванной комнатой. Расскажите, пожалуйста, про свои желания, которые вы здесь изобразили. Путешествия. Муж хочет новую машину. Моя мечта – парк развлечений. Шамиль, а у тебя большая семья? Мама, папа, сестра, брат. Я могу вам точно сказать, что у вас будет ребенок в ближайшее время. Я даже объясню, почему. У тебя стандарт 4 человека. У Ани стандарт 4 человека. Сейчас с переменами у вас освободится пространство, и вы его тут же начнете заполнять. Поэтому я вам что предлагаю. Если сейчас у вас в планах все-таки нет ребенка, задумайте то желание, к которому вы хотите прийти. Иначе ребенок займет это место, да, вашего желания. Ну, пока ребенка мы точно не планируем в ближайшие годы. Поэтому надо занимать себя, развиваться. Давайте сейчас, если вы действительно хотите прийти к определенной цели, все-таки ее обозначить. Обустроить что? Квартиру. Мы это сделаем. Цель будет достигнута, и следующий ваш пункт – рождение ребенка. Нет, тогда нет. Я не готова точно. Тогда давайте решать. Это первое ваше совместное решение, как взрослых, самостоятельных личностей. Правильным будет автосервис открыть сначала. Тогда вперед. А сейчас наступает мой самый любимый момент, когда можно все ломать. Вот вам инструмент. Вы осознаете, да, что сейчас все будем ломать? Да, классно. Прямо в хлам ломать? Будем ломать. Одну вещь вы можете спасти. Но мне ничего не надо. Ничего не будем сохранять. Ничего. Нет. Раз. Два.
Шикарно. Победа. Ура! Это очень все было прикольно. Единственное, это очень тяжело, казалось. Трудно и энергозатратно, я бы сказала. И ты понимаешь, что все это старое от тебя уходит, все это крушится, сыпется, и просто не было жалко. Да, нам было очень легко работать вместе. Мы союз, тандем. Очень красивые картины. Эти картины сложим, отвезем их. Становится легче, на самом деле. Ты вроде бы это понимаешь, но, наверное, в голове не хочешь этого признавать. А теперь Ольга вместе с дизайнером проекта Умитханом создадут новое пространство для героев. Умитхан Хуснединов, архитектор, финалист битвы дизайнеров на ТНТ. Помимо того, что нужно сделать ванну в ванной комнате, нам необходимо соединить семью, сделать комнату, которой они будут постоянно пользоваться. Предлагаю тебе глобальный демонтаж. Рушим все. Здесь у меня получилась полноценная прихожая, как ты видишь, отдельный санузел. Какие у тебя мысли по цвету? Так как им необходима радость и счастье, то что-то такое радужное, веселое, счастливое в такой атмосфере они точно научатся мечтать. У Анны получается самая масштабная переделка по сравнению с другими героями. Часть материалов я закажу онлайн, но кое-что мне все-таки нужно будет выбрать самостоятельно. А не проще все сразу в магазине выбрать, да еще? Не проще, Олег. Когда есть возможность никуда не ехать, я предпочитаю не ехать. Тем более, что у товаров есть детальное описание в карточке, да еще и с отзывами от других покупателей. Зачем терять время, если можно сделать выбор онлайн? Удобно, быстро и можно даже следить за акциями. Интересно, а ты во всем время экономишь? Ладно, шутка, хорошее решение. Так, во сколько мне нужно, чтобы доставили? Через 4 часа или все-таки после 20? Для человека, который экономит время, ты слишком много надеешься на доставку. Ну невозможно же рассчитать доставку никогда. Они всегда тебе отвечают, доставка будет с 9 утра и до следующего года. И вот сидишь и ждешь. Нет, здесь по-другому, Олег. Можно выбрать один из вариантов. Через 4 часа после заказа. Точно ко времени, если неудобно ожидать дома в течение нескольких часов. А если важно сэкономить бюджет, то есть доставка за 190 рублей. Здорово. Осталось решить, что важнее, скорость или стоимость. Ну, скорость, конечно. Поэтому выберу доставку через 4 часа. Пока Умитхан в магазине, выбранные им материалы привезли благодаря экспресс-доставке от Петровича. От заказа до приезда машины прошло 4 часа, и в квартире уже начинаются черновые работы. У ванны появится отдельный санузел и новая кухня, объединенная с комнатой. Я выбрал унитаз, который отлично впишется в интерьер. Мне нужна консультация эксперта Петровича, чтобы мне помогли выбрать систему крепления и все необходимые детали. Здравствуйте. Здравствуйте. Многие боятся использовать подвесные унитазы и скрытые системы инсталляции, опасаясь, что при поломке бачка доступ к починке будет затруднен. Хотел бы развеять ваши сомнения по этому поводу. У всех инсталляций съемная кнопка для легкого доступа и ремонта. Отлично. А какой вес выдерживает сам подвесной унитаз? Подвесной унитаз в среднем выдерживает до 400 кг. Прекрасно. И какую систему вы мне порекомендуете? Хотел посоветовать вам новую модель. Здесь идет шумоизоляция самого бачка и микролифт. Она мне нравится. Предлагаю оформить заказ. Пройдемте. Тогда предлагаю вам оформить выбранную вами инсталляцию. Да, конечно. Хотел бы вам еще предложить услугу установки сантехники. Не откажусь.
Отлично. Проверяем. Все верно. Очень удобно, что покупая сантехнику в Петровиче, можно сразу заказать ее установку. Я приступаю к выбору краски. И так как мне предстоит красить стены в ванной, это будет особое покрытие с повышенной устойчивостью к влаге. Яркий, насыщенный желтый цвет в любое время года напомнит о лете. Премиальные материалы высокого качества вдохновят Анну с мужем на новые свершения. Цвет отвечает за настроение. А за покрытие матовая краска Tikkurila Lue Extra. Она идеально подходит для сухих и влажных помещений с максимальной эксплуатационной нагрузкой и выдерживает интенсивное мытье даже с использованием бытовой химии. Работа на квартире кипит. Это самый масштабный проект, что я делал в программе. У нас большое количество сантехники, которую нужно установить как в санузле, так и на кухне. Но я обо всем позаботился и вместе с материалами оформил в Петровиче установку сантехники. Здесь проверенные специалисты, гарантия на все материалы и работы. Очень удобно. Теперь мы точно успеваем в срок. Сколько вы помните, эта квартира была с ванной прямо на кухне. Здесь очень яркие цвета. Мне кажется, вот здесь вот можно снимать очень много разного веселого, классного контента. Обратите внимание, как важна фактура покрытия. Благодаря выбору премиальных качественных красок в сочетании с правильно подобранными цветами у семьи появятся неповторимые радостные моменты, которые создадут новую историю их жизни. Здесь как будто бы мы прямо в джунглях находимся. И диван, посмотрите, как он круто вписывается с этой стеной вместе, как они здорово сочетаются. Кухня, ребята, кухня. Помните, что раньше у ребят было на кухне? Ничего и ванная, а теперь есть отдельная кухня. Мне очень нравится, я надеюсь, что нашим ребятам тоже очень понравится. Давайте скорее их встретим и увидим, что же они думают по поводу своей новой квартиры. О, господи! Проходите, проходите. Проходите, друзья. А что с тобой случилось? Да так, травма произошла. Ты смотри, какая красота. Да. Вот эту комнату мы объединили вместе с кухней. Теперь у вас есть кухня, на которой вы можете спокойно вот здесь готовить. Здесь можно мыть. И когда ты моешь, теперь никто не моется рядом вместе с вашей посудой. Да, кстати. Спокойно вообще. Мы офигели. Просто офигели. Мы не ожидали вообще. Мы могли представить все, что угодно, но нет, это настолько необычно, красиво. Там дар речи просто пропадает. Ну что, Аня, а за этой дверью то, о чем ты так долго мечтала? Давай посмотрим. Открывай. Раз, два, три. А ну-ка. Опа-ка. Так красиво. Ура. Ура. Ура.
В новой ванной буду и с ребенком купаться сутками, и с шампанским, и со свечами, и с пенами, и с чем угодно. Что только в голову придет. Да? Ты будешь с ним купаться? Конечно. Ты уже большой шаг к своим мечтам, как бы говорится. А мы очень рады, что у нас есть возможность своей командой помочь людям продолжать мечтать. Представляете, как это здорово. За это вам огромное спасибо. Теперь я мечтаю сделать ремонт в другой комнате. Мне нравится, чтобы все теперь было вот так. Вы нам дали пинок, мы да. сейчас продолжим. Толчок нам дали, мы сейчас дальше уже продолжим. Я много чего видел в жизни и практически ничему не удивляюсь, но ванна в кухне – это перебор. Поэтому понятно, что Аня в такой обстановке могла мечтать только об одном – чтобы убрать ее оттуда. Уверен, что в новом интерьере у Ани появятся новые, более яркие мечты. Друзья, если вам так же, как и Ане, кажется, что в вашей жизни что-то идет не так, обращайтесь, мы приедем и переделаем это что-то и добавим в вашу жизнь новых ярких эмоций. Понять психологию пространства легко с нашей программой, а сделать ремонт просто с Петровичем. Это была программа «Хочу перемен». Я Олег Верещагин. Увидимся. Всем привет. После проекта прошел уже месяц. Мы живем в своей классной новой квартирке. Все потихонечку обживаем, пополняем декором. Очень многое изменилось. Мы благодаря проекту доделали вторую комнату. Это нам был как пинок. Муж устроился на новую работу. Спасибо большое проекту «Хочу перемен».